20 машин скорой помощи подарила сегодня медикам компания «Шериф». Машины приобрели за счет фирмы. Это спецавтомобили «Форд» на общую сумму в 700 тысяч долларов. Все подробности расскажет Анета Шаповаленко. Не каждый день можно увидеть такое в одном месте. 20 новеньких «Фордов» скорой помощи ждут своего часа. Несколько дней назад их доставили на автобазу компании «Шериф». Вчера привезли зимнюю резину и сразу начали машины переобувать, перед тем, как передать их станции скорой помощи. Машины приехали к нам из России. Сейчас они находятся на шиномонтажном участке. Это, что называется, переобувают с летней на зимнюю резину. Правда, номеров ГАИ еще машины не получили. Спецтранспорт подарила медикам компания «Шериф» 20 машин скорой помощи на общую сумму свыше 700 тысяч долларов. Сегодня днем машины передали Минздраву. Машины сейчас отгоняют на автомойку. Мы попросились в это путешествие внутрь. Благо, на скорой катаемся нечасто, но по ощущениям здесь достаточно просторно. Это главный критерий для врачей. То есть можно спокойно встать в полный рост рядом с пациентом. По габаритам здесь тоже достаточно свободно. То есть можно пройти, присесть и дотянуться до любого отсека. А еще в такой машине зимой никто не замерзнет. Здесь установлено 2 автономных отопителя. Для лета – кондиционер. Новые машины оценили водители. Скорость, проходимость, комфорт – и это не все. Что немаловажно, вот мои ощущения как водителя – машина с передним приводом. Это при любых погодных условиях – снег, гололед – машина чувствует себя более устойчивой, более проходимой. Пандемия испытала на прочность всю систему здравоохранения. На бригады скорой помощи нагрузка выросла в разы. Во время пандемии порядка 300 километров в сутки проходил автомобиль в среднем. А если брать период постпандемии и перед пандемией, ну, в среднем 150 километров. Вот новые «Форды» дружной колонной едут к новому дому. Впереди машина ГАИ. Едем медленно, поэтому сама колонна растянулась где-то на 300-400 метров. Прохожие на остановках оборачиваются, удивляются. 20 машин от компании «Шериф» заменят буханки и старые кареты скорой помощи, которые давно отработали свое. Анета Шаповаленко, Игорь Нежиренко, Виктор Гирля, ТСВ.